Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, встречайте главное предложение сегодняшнего дня. Потрясающий ноутбук, невероятный. Огромный дисплей, 35,5 сантиметров в диагональ. Тончайший корпус, вы видите, он практически исчезает у меня в руках. И при этом мощный аккумулятор. Здесь все продумано. Это действительно современный и, главное, мобильный компьютер, друзья. По самой выгодной цене, с бесплатной доставкой и с мобильным телефоном в подарок, друзья. Итак, сегодня огромная колоссальная скидка, очень внушительная экономия. Итак, друзья, 6300 рублей – это скидка на сегодня. Она действует только сегодня, друзья. Успейте ей воспользоваться прямо сейчас, друзья мои. Смотрите внимательно, что у нас здесь есть. У нас здесь настолько умный компьютер, что с ним буквально можно договориться. Давайте попробуем это сделать. Привет, Алиса. Так, сейчас спросим. Погода в Новосибирске. Сейчас в Новосибирске плюс 20, облачно. Расстояние от Москвы до Новосибирска. Маршрут от Москвы до Новосибирска займет 41 час 52 минуты на автомобиле. Билеты до Новосибирска. Ищу в Яндексе. Любые вопросы находят мгновенно ответы. Благодаря этому компьютеру не нужно пальцами набирать каждый запрос, можно просто голосом. Голосом его по-человечески, по-русски спросить, что вы хотите, какой вопрос вас интересует, на какой вопрос вы хотите получить мгновенно ответ. И вот, пожалуйста, молниеносно все происходит, просто мгновенно, друзья. Любая информация будет вам доступна. Любые сообщения, все, что захотите, все это специально для вас, дорогие друзья. Торопитесь, звоните, заказывайте фантастический ноутбук по фантастически роскошной и доступной цене. Главное — успеть воспользоваться этим выгодным предложением. Главное — успеть воспользоваться. Всего 12 999 рублей плюс еще мобильный телефон в подарок, плюс бесплатная доставка, оплата только при получении на почте. Звоните прямо сейчас и заказывайте прямо сейчас фантастический ноутбук. Итак, друзья, я хочу сказать, что вы можете так же, как и я теперь, экономить на походах в кино. Дело в том, что раньше, чтобы посмотреть кино дома, мы скачивали фильмы из интернета. Это много времени, это проблемы, и еще плюс, опять же, неизвестно какое качество, бывает, что очень неважное. Теперь не нужно этого делать. Теперь мы можем смотреть фильмы в режиме реального времени, не скачивая их. То есть нажимаем play, как будто они уже все скачаны, и смотрим их онлайн. Друзья, при этом абсолютно бесплатно, это очень важно. Друзья, вы можете смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, все, что захотите, абсолютно бесплатно, причем на большом экране с помощью нашего ноутбука, друзья. Итак, удобный, легкий, современный, надежный ноутбук по самой привлекательной цене. Дорогие друзья, поторопитесь, позвоните и закажите ноутбук, который вам подарит массу удовольствия, друзья мои. Дальше, напоминаю, что вы можете экономить деньги. Сколько денег вы можете сэкономить? Реально, подумайте, представьте себе, сколько денег вы можете сэкономить. Один поход в кино. Один поход в кино стоит сколько? 500 рублей один билет, 4 человека пошли, уже 2000 рублей. Плюс попкорн, плюс попить что-нибудь. Друзья, окупается за 3-4, буквально за 3-4 похода в кино. Итак, внимание, семейная традиция — вместе смотреть фильмы и сериалы. Каждую пятницу, или каждую субботу, или каждое воскресенье. Не надо подстраиваться под расписание кинотеатра. Не нужно тратить на это время, потому что время вы все равно тратите на дорогу. Не нужно на это тратить деньги. Дома, в уютной обстановке, гораздо дешевле и гораздо уютнее смотреть фильмы, причем можно собраться всей семьей. Не будет посторонних людей, которые вас отвлекают, которые громко разговаривают по телефону, а такие бывают, к сожалению, даже в кинотеатрах, которые громко жуют попкорн. Нет, все это в прошлом. Вы сидите, роскошно накрытый стол. Ваша любимая, не знаю, что-нибудь, окрошка. Здесь у вас какой-нибудь напиток приятный. Все это настолько удобно и так здорово. И еще не забывайте, сегодня специальная цена, сниженная на 6000 рублей. 12 999 и плюс еще мобильный телефон в подарок. Плюс бесплатная доставка, друзья. Итак, друзья, новые технологии.
новые технологии специально для вас, для вашего комфорта, для вашего удовольствия, для совершенно новых возможностей, друзья. Главное успеть заказать этот ноутбук. Он хорош со всех сторон. Им можно пользоваться не только в комнате, как старым стационарным компьютером. Им можно пользоваться где угодно и когда угодно. Хоть на улице, хоть на даче, на лужайке, на пляже, где хотите, берите его с собой всегда и везде. Как вы можете готовить и смотреть свой любимый сериал, например, на старом компьютере? Никак. А здесь это возможно. Взяли этот ноутбук себе на кухню и прекрасно готовите. Смотрите внимательно, можно подключить компьютер к большому телевизионному экрану. И смотрите, что у нас здесь настоящая игра, настоящий батл, настоящие гонки, настоящие соревнования. Как просто и удобно можно это делать. Смотрите, какая четкость, какая производительность колоссальная. Просто фантастические эмоции и фантастические ощущения. Ярчайшие цвета, максимальный комфорт. Причем, смотрите, картинка такая же прекрасная на огромном экране телевизора. То есть вы получаете игровую приставку. Сколько стоит игровая приставка? Игровая приставка, дорогие друзья, стоит гораздо дороже, чем этот компьютер. Игровая приставка может стоить и 15, и 25, и даже 35 тысяч рублей. Торопитесь, звоните и заказывайте. Просто умопомрачительное удовольствие. Максимальные эмоции, максимальные впечатления, друзья, специально для вас, благодаря этому компьютеру. Вы их получаете, друзья. Итак, вы можете прямо сейчас позвонить и заказать его. Напоминаю, огромный дисплей, 35,5 сантиметров в диагональ, выносливый аккумулятор, малый вес, всего 1 килограмм 300 граммов, друзья мои. Плюс скидка сегодня 6000 рублей, плюс бесплатная доставка, плюс при заказе во время прямого эфира мобильный. Мобильный телефон в подарок при заказе во время прямого эфира, дорогие друзья. Успейте это сделать. Успейте его заказать прямо сейчас. Итак, друзья, вы можете легко и просто общаться. Вы легко и просто можете, даже находясь на огромном расстоянии, испытывать те же эмоции, если бы вы жили в одном городе. Ну, простой пример. Ваши дети уехали, у них родились уже свои дети в другом городе. Вы не можете каждую неделю к ним ездить. И каждый месяц это тоже накладно. Что делать? Очень просто. По скайпу можно общаться. Каждый день, буквально каждый день можно общаться, вы будете видеть, как взрослеют ваши внуки и правнуки, как у них режутся зубки, как они начинают делать первые шаги, то есть и они будут видеть вас. И когда вы к ним приедете в гости, не придется им к вам привыкать, они будут знать, что это бабушка и дедушка приехали. Друзья, легкий ноутбук для новых возможностей для всей вашей большой дружной семьи по самой выгодной цене.